Да, дорогие друзья, 51-й год. Юрий Висборн, 34-й, было 17 лет. Первый год учения в ГП Ленина. А в театре Образцова шел спектакль «От шорох твоих ресниц». И там кукла африканец на руке пела одну мелодию. Вы сейчас ее узнаете. Она была джазовая, потому что музыка была Александра Цфасна. С утра побрился и говорил: «Горюшка, это вот Цфасна». Вот этот африканец кукла ее пела. Вот. Под впечатлением этой музыки юный Юра Висборн пришел домой, взял белый лист бумаги и написал стихи и песню «Мадагаскар». Сейчас она прозвучит. Вот такая интересная история. Осторожней, друг, бедный полный на здесь не был, в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, бедный полный на здесь не был, в таинственной стране Мадагаскар. Боже, страшно смерть, ты найдешь на океан, но все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль падет ночь с туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль падет ночь с туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью тронет путь, на востоке воздух серый, но скоро солнце встанет и заслёт. Попали в клуб авторской песни и спели первые песни Висборна. Это же история. Да. И, конечно, на фестивале они были замечены сразу. Понятно. Потому что это нормально. Почему? Вот. Предисловие я объяснил. Ну что, вторая. Друзья, МГУ, 50-е аж годы, там учится юный Дмитрий Сухарев Антонович, о котором я рассказывал. Учится Ген Шангин Березовский. Фамилия двойная, какая-то, видимо, корни аристократические были, да, фамилии. Вот, а родители его назвали
родители тоже были учеными, биологами. Кстати, мальчику дали имя Ген. Не Геннадий, а Ген, гены, наш генетический код. Вот. Вот такие имена были тогда. Вот, вот Геннадий Ген Шамнин Березовский написал несколько песен, в том числе знаменитую «Царевну Несмеяну», которую вы попробуете подпеть нам, да? У нас нет солистки, девочки из Монголии. У нас много их. Да. Вот, значит, будут вместо нее блитевые. Импровизировать, да? И она пошла на эстраду, ее пела, ее кто только не пел, даже Майя представляется. Вот так вот. «Когда земли веяча», «Желтый цифран», замечательный Сергей Анатольевич. Они были друзьями, были в своих отрядах. И для какого-то капустника, у нас кто был, да? Для какого-то капустника, Сережа Крылов, дай ему здоровье, вот, написал шуточную песню «Русская ракета». Представляете, вот такую, ну, шутку. Вот. А всегда мы были этим сильны.
прошло столько лет, представьте, там 63-й год, только. И послушайте, как сегодня этот юмор актуален, когда насмотришься передач Соловьева и прочего. Вот так. Когда нас напугают до смерти, надо петь эту песню и маршировать. Вот послушайте, такой белый юмор. Сделали сами. Дай помаду. Бум! Радостным летом, красочным ответом русская ракета цель по всему. Бум! И зимой, и летом, подождем и вером бабушку, невесту, мать твою хранит. Пусть страх беснуется и бесится, пусть он лезет, если лезется, ему навстречу на заря взлетит. Самую селедку паразита паразит, били вас прикладом, били автоматом, а теперь ракетой дарим по мостам. Бум! Встретим, если надо, трехэтажным матом. Пам-парам-парам-пам-пам-парам-парам. Генералы из Америки, вы напрасно нам не верите. Скоро будете в истерике, как от сбитого У-2, Альт-2. Вражеским налетом, красочным ответом русская ракета целится в себе. Бум! И зимой, и летом, подождем и ветром бабушку, невесту, мать твою хранит, мать твою хранит, мать твою, мать твою, мать твою хранит. Посмотрите, пожалуйста, оглядите, что человек несет. И скажите, кто знает, что это такое? Волынка? Это явно старинное что-то, да? Вот, друзья, это инструмент древний. Шарманка. Древний, почти. Ничего подобного. Он древний. Это... Дата создания примерно 12 века уходит. Но тогда он был огромный. И играл о нем два человека, представляешь? Человек им помогал крутить вот эту ручку. Вот. Потом его сделали компактным. Вот это называется компактный. Вот. Называется он, бытовал он в средневековой Франции, на территории Венгрии. Дошел до Шотландии, Ирландии, думаю, дошел он до скандинавских стран. Дошел он до Украины, там была школа этого инструмента. Называется у славян колесная лира, потому что внутри есть колесо, которое задевает струны и издает такой чуть гнусавый интересный старинный звук. Вот. Лирники ходили по Руси с этими лирами. Тяжелые? Это были калики-перехожие, вот те самые. Вот. И даже в средневековой Англии, Шотландии, барды, это такой первый бар. Ходили с лютнями или вот с этими колесными лирами. И, наконец, в Европе, вот, в Англии называют ее харди-карди. Да? О, он говорит, харди-гёрди. По-русски черепа. Харди-карди. Вот. Ребята исполнят скандинавскую тему. Я уж не знаю, где они ее выкопали. Но перенесемся с вами в страну викингов и посмотрим, да, что там происходило. Звучит колесная лира и гитара. Евгений Сусаров, автор. Песня называется «Сага боевых лошадей». Пятнадцатый век.
Делали на закраске даже последний.